А чем тогда обусловлена все-таки цепная реакция? Но просто посмотрел на соседа и сделал так же. Цепная реакция, скорее всего, обусловлена, сказать, вот тесной взаимосвязью этих обществ. То есть вы сейчас говорите о том, что она не идеологическая, а просто механическая? Она в заметной степени, как бы такая реакция толпы, улицы, массы. То есть механическая? Да. То есть идеологии там минимум? Там вообще, честно говоря, идеологии нет. И вот феномен этих современных революций в том, что они происходят на абсолютно деидеологизированной платформе. Они происходят, как вот это очень удачно, как мне кажется, отметил старейшина нашей востоковедной корпорации, академик Примаков, сказал, что это давно забытое нами явление социальной революции. То есть люди вышли, движимые социальным протестом, а не каким-то, понятно, не какой-то философической идеей. И вот теперь, значит, эти люди, вышедшие на улицы Туниса, Каира, значит, Бенгази, Саны, городов Сирии, вышедшие и соприкоснувшиеся просто с нервом истории на этих улицах, сами, каждый, в абсолютно разной степени подготовленные к этому или вообще не подготовленные. Вот это гигантское людское море, человеческое поле, оно становится полем для конкуренции различных идеологических моделей, которые теперь уже, после того, как этот процесс пошел сам, в значительной степени стихийно, теперь вот различные идеологические группы, направления, тренды, партии, там, общества и все прочее, они будут конкурировать за эту аудиторию, которая уже почувствовала себя, за трактовку, так сказать, потока. Мне кажется, здесь не совсем корректно говорить, что процесс пошел сам. Процесс не пошел сам. Игорь сказал, что процесс был социальный. Процесс могли, понимаете, какая вещь? Процесс могли запустить. Да? Нет, его могли не запустить. Мне кажется, его просто поддержали, потому что процесс могли вовремя остановить. Не, могли и запустить. Его... честно говоря, если вот верить тому, что было опубликовано на Wikileaks и вошло сейчас в некоторые новейшие аналитические работы, его запускали. Собственно говоря, вот эти молодежные движения, значит, молодежь Фейсбука и так далее, это вполне нормальный оранжевый сценарий, вплоть до эмблематики. Там были американские гранты, там были соответствующие стажировки активистов и так далее. Какие конкретно силы, значит, непосредственно за океаном стояли, за запуском, за приведением, значит, спускового вот этого крючка. Это уже вопрос к специалистам по американской политике. Тогда понятно, почему сейчас. А Wikileaks это недавний был, так сказать, вброс? Это был вброс вот где-то, весной, наверное, в апреле, если уже не было, изменяет память. Но вот между египетскими событиями и обострением в Ливии. Вот где-то так. Кстати, извините, о Ливии. Там у вас в этой же статье, если я правильно понял. А правда, что в Ливии границы племен, это совершенно секретная информация? Но это вот то, что было сказано в интервью бывшим, российским послом в Ливии, который, собственно говоря, был отправлен в отставку в ходе этих событий. Угу. Да? Он как раз по прилете в одном из своих интервью сказал, что вот при Каддафи племенная карта Ливии, соответственно, была засекречена. Это что, прям такая секретная стратегическая информация, по вашему мнению? Понимаете, это проблема того, что, собственно говоря, режим Каддафи, как режим левый, да, сказать, такой популистско-социалистический, местами анархистский, он, тем не менее, по своей, как бы, ценностной ориентации, по своей логике структурной, он был режимом модернизаторским. Это была такая специфическая, значит, крайне левая арабская модернизация, и Каддафи пытался создать из племенного общества Ливии единую нацию. И поэтому, как бы, значит, естественно, племенная карта засекречивалась, чтобы никакие иностранные силы не могли разыгрывать межплеменные противоречия в ущерб конструируемому ливийским режимом национальному единству. В итоге-то разыграли? В итоге... Как раз именно на племенных разногласиях. В итоге разыграли, причем вот не очень понятно, племенные ли это в чистом виде разногласия, или это, значит, разногласия территориальные, потому что есть еще определенные, сказать, региональная разбивка, есть Киренаика и Триполитания, соответственно, да, восточная и западная Ливия, и там тоже сложные исторические отношения, и, собственно, королевская династия, которую в свое время Каддафи сверг в 69-м году, она как раз была корнями с востока, из Киренаики, и опиралась там не только на местные племенные, значит, структуры, но и на структуры местных суфийских братств,
которые были тесно переплетены с племенами. А сам Каддафи, в свою очередь, происходил, так сказать, из не самого влиятельного племени. И в основном, значит, его власть держалась... Вот его власть как раз была идеологична и держалась именно на, так сказать, вот таких теоретических политико-идеологических посылок. Игорь, извините, мы просто сейчас можем зацепляться. Абсолютно. Конечно, что так интересно. Суфийские братства. Как они функционируют? Собственно, вас не спросили о главном, возвращаясь к заголовку статьи, что такое за смена особии? Давайте вот на эти два вопроса коротенько ответим. Давайте попробуем. Ладно, да, не будем прощаться. Если удастся коротенько. Но здесь проблема в том, что, значит, вот журналисты газеты РУ, которые инициировали, вообще говоря, этот цикл, частично имеют востоковедное образование, поэтому, собственно говоря, они, видимо, и выставили в заголовок такое эзотерически востоковедное название. Особия – это термин, введенный, вот как социологический термин, арабским мыслителем XIV века Ибн Халдуном, который, в общем, арабами и мусульманами во многом рассматривается как предшественник современной социологии, политологии и вообще вот комплекса, соответственно, социальных наук. То есть он впервые еще в те времена попытался построить теорию исторического развития. И вот, собственно говоря, особия – это, значит, такое сложное понятие, которое включает в себя идею групповой солидарности, прежде всего кровнородственной, да, ну вот как солидарность членов племени, их кровная спаянность, да, но и не только. То есть вот эта солидарность может быть не только кровнородственной, она может быть идеологической, она может быть религиозной, она может быть основана на какой-то идее, на какой-то духовной связи, которая по своей прочности не уступает, значит, родственным узам. Да? Вот идея о том, что верующие братья, соответственно. Да? И, собственно, Ибн Халдун вводит этот термин для чего? Он вводит этот термин, да, для того, чтобы, значит, в рамках своей концепции обозначить идею, что, соответственно, власть в обществе способна взять вот только та группа, которая обладает вот этой высокой степенью этой солидарности, спаянности и пассионарности, готовности к самопожертвованию. Все понятно. Соответственно, если попроще на нашем языке, да, так сказать, внутри старых элит власти стали рассасываться, распадаться, и им на смену просто совершенно, ну, естественным путем приходят новые. Приходят новые солидарные пассионарные, понятно, группы. То, что происходит сейчас, смены особии, можно прямо совсем смены особии назвать или нет? Вот сейчас, просто... сейчас проблема в том, что как нету идеологии, как чем сказать, вот особии этих старых режимов, которые сопоставимы с средневековыми династиями, она в значительной степени исчерпана. А новые особийные группы либо не сформировались, либо не очевидно, где они есть. И получается вот такой странный вакуум, значит, когда люди выходят на улицы, масса вступает в контакт с историей, а вот этой вот особийной группы, которая могла бы взять на себя роль ленинской партии нового типа, вот ее не наблюдается. И драматизм нынешнего исторического момента состоит в том, что вот все ждут, что это будет за сила, откуда она появится, и в зависимости от этого, значит, как будут развиваться события. Знаешь, спасибо, фантастически. Вот сейчас мы перебрали, же, знаете, сколько? Небольшой такой, это показатель. Легкий, не совсем правильный вывод, что, знаешь, эти особии, группы особи, они ВКонтакте и в Фейсбуке существуют. Вступить в группу особи. Вступаем. Окей. А, кстати, хорошо. Группа особи. И инвайты можно приглашение рассылать. Спасибо огромное. Мы френды, а мы особи. Очень интересно. Спасибо. Да вы порежете же 20 минут.